мамбу. Все любят мамбу. И Сережа тоже. Мамбу, рубис, любим мы все. И Сережа тоже. Это наша жизнь, ты за нее держись, ты за нее держись. Семена есть? А если найду? Короче, привет. Здравствуй, мой одинокий путник, который попал на мой канал. Меня зовут Сергей Ульянов, это моя вселенная, и сегодня тема у нас в названии, да, это музыка из 2000-х. Я сегодня прям в образе стилевого гопника из 2000-х расскажу про 5 коллективов, про которых ты ничего не имеешь, вообще никакого представления, но если ты любишь группу Тату, то наверняка, ну вот с точностью до 90, наверное, процентов ты полюбишь эту музыку. В чем особенность этого обзора? Этой музыки нет на стримингах, ее можно послушать только бесплатно ВКонтакте, да, или на всяких там Зайцах и вот этих всяких сервисах, да, поэтому мне будет не впадло включать отрывки этих композиций. Я вот взял сюда ноутбучек специально, буду вот сейчас сам набирать в поисковичке эти группы, да, и буду включать отрывки, чтобы ты мог услышать. Это будет... То есть я знаю, что монетизацию с видео не снимут, потому что всех этих групп ты не сможешь найти. Вот рекомендации там твоего музыкального стриминга тебе их не порекомендуют. Да, рекомендации не порекомендуют. Сделаем глоток. Перед тем, как открыть этот замечательный мир музыки, я расскажу вообще, что меня сподвигло записать это видео. Пару недель назад, господи, эти дни так быстро летят, неделю, может, пару недель, полторы недели назад, в общем, я записывал обзор на фильм «Крик» этого года, 2022, он же «Крик 5», и в комментариях, там ссылка где-то сейчас появится, да, подсказочка. И я там был как раз-таки с голыми плечами, на которых были видны мои татуировки, и, да, и такое невероятное совпадение, да, оказался человек, который посмотрел мой обзор на фильм «Крик 5», который знает, откуда взялась эта татуировка на моем плече. Это две буквы «Я», смотрящие в разные стороны в виде такого сердца. В общем, и для меня это было невероятно колоссальное открытие, потому что человек узнал, что это, то есть знал, что это логотип группы «Я-Я». Ну вот, это одна из тех групп, о которых я сегодня расскажу. И именно после этого у меня появилось желание, во-первых, я поделюсь таким фидбэком. Во-первых, я сначала, когда я записывал этот обзор на фильм «Крик», я подумал, да кому нахер это вообще сдалось вообще? У меня канал о моей музыке, о всяких музыкальных лайфхаках, да, о принятии себя. И где здесь будет место вот этому «Крик 5»? Но когда я начал это делать, вот эти эмоции, вот эти слезы какие-то, очищения, да, которые произошли у меня, я понял, что это было так не зря, что я правильно сделал, что записал этот обзор. Но когда появился этот человек, который сказал, я знаю, типа, я пришел посмотреть обзор на фильм, а я знаю эту группу, а учитывая, что это, ну, такое совпадение, да, ну, просто одно на миллион могло произойти, что человек будет знать и фильм посмотрит, и группу эту будет знать, еще на плече у меня разглядел эту татуировку. Я просто в каком-то невероятном шоке, и поэтому я понял, что я все, что я записываю, все, что я выкладываю, все это не зря, и все это имеет смысл, все это имеет место. Несмотря на то, что сейчас уже почти 2 часа ночи, и мне вставать рано, и непонятно вообще, когда это все вести, все выкладывать, делать. В общем, я понял, что другой возможности просто рассказать о себе, да, о своих пристрастиях, о своей... Зачем я трогал эту лампу? Сейчас вот она будет
Что-то с ней будет происходить все время. Так, ладно, вот так красиво. Зачем я, да, вот это вот все делал? Сейчас я понимаю, что у этого есть огромный смысл. И это меня вдохновило рассказать про 5 групп, о которых ты ничего не знаешь, но которые тебе наверняка понравятся. Да, кстати, надо будет вывести в заголовок, если ты любишь группу Тату. И они все из 2000-х. Прям вот это вот вся история про... И, кстати говоря, все они отчасти связаны с группой Тату, потому что они все родились на либо вместе с... В общем, это такие... Да, когда ты вдохновлен очень, да, чем-то. Значит, и первая группа как раз-таки это Я-Я, о которой я уже говорил только что. Немножко о создателях, об участниках. Группа Я-Я — это Сергей Гуанин и Юлия Осина-Фридман. Они прославились уже впоследствии как авторы песен Светланы Лободы, например, «Я революция» песню, я думаю, многие из вас слышали. Если ты слышал, то наверняка знаешь. Если ты знаешь, кто такая Светлана Лобода, то наверняка ты знаешь песню «Революция». Потом, например, песня Лолиты «Ориентация Север», да, тоже. Или... Несколько песен там было для Лолиты. Там, например, «Я свободна», «Белый флаг», «Между мной и тобой». В общем, эти ребята авторы впоследствии многих популярных песен. Но это стало впоследствии. Начиналось все с того, что у бывшего сопродюсера группы Тату Лены Кипер был свой проект «Ничья», и она приглашала туда к участию в этом проекте большое количество разных. Я думаю, ты сейчас знаешь группу «Ничья». Если не знаешь, то я исполню кусочек, чтобы было понятно, да, не буду включать на всякий случай, а мало ли сейчас у меня монетизацию снимут. Значит, это медленный яд, это медленный яд, если сможешь кричи, если можешь кричи, это слово ничья, это слово ничья, это снова ничьи, это снова ничьи, я теперь ничей. Ты теперь ничей, ты теперь ничья, я теперь ничья. Ну вот это. Ни о чем не жалеть, не любить, не болеть, не бояться, не успеть. Ну, если ты не очень прошаренный слушатель, меломан, я думаю, ты знаешь эту песню как песню группы Тату. На самом деле, ее пела Лена Кипер, группа «Ничья». Когда-то она хотела, насколько я понимаю, записывала эту песню для группы «Тату», но потом у них произошел конфликт с Иваном Шаповаловым, она ушла, забрала эту песню себе. И, в общем, впоследствии стала продюсером и вокруг себя собирала творческих людей. И вот Сергей Гуанин и Юлия Осина-Фридман. Сергей был веб-дизайнером, как впоследствии оказалось, и талантливым автором. А Юля Осина играла в группе «Ничья» на скрипке. Значит, Сергей делал сайт группы «Ничья», Юля Осина играла на скрипке в группе «Ничья». И ее можно найти в каких-то первых выступлениях. И впоследствии они организовали группу, которая называлась «Я-Я». Да, потом она, так как они столкнулись с большим количеством того, что я перевернутая, как я, одна я в одну сторону смотрела, вторая я перевернутая в другую, кто-то называл эту группу Яр, или там, в общем, были какие-то проблемы с произношением, произнесением этого названия, и поэтому у них периодически менялось оно там впоследствии, то два я, то, как, то два я, то буквами два. Я, ну, короче, достаточно сложно. Но основное это то, что у них была невероятная музыка, такая пост-тату, пост-ничья. И я сейчас включу парочку отрывков, может быть, чтобы послушать мои самые любимые песни. Я понимаю, что
наверное, странно, когда, да, звучит песня, и ничего, нужно слушать просто, да. Попробуем сейчас к припеву ближе, чтобы это было не так долго. В общем... Да, и в общем, из этой, насколько я понимаю, песни родилось название «Я-я». Я вот записываю, что может быть кавер на эту песню записать для вас. «Я тебя люблю». Песня называется «Я тебя люблю». Все ссылочки на группу оставлю ниже. У этой группы такая достаточно сложная история. Начиналось все очень ярко вот с этой песни «Я тебя люблю», потом была песня «Открытие» на стихи Семена Кирсанова. Раньше эту песню исполняла Майя Кристалевская под музыку... Сейчас скажу. Пока послушайте кусочек. Слушаю, понимаю, что невероятную любовь испытываю, вот эту вот любовь в чистом виде. Я понимаю, может быть, это скучно смотреть, пока звучит музыка, опять-таки, но если тебе скучно, просто закрывай и это, вот эти открытия музыкальные, кто-то другой узнает и послушает, досмотрит до конца и найдет для себя просто целый новый мир музыки. А ты, если хочешь, выключайся, мы поедем дальше. У этой песни интересная история. Исполняла ее Майя Кристалевская, точнее, эти стихи, да, на музыку Микаэла Теревердиева, и ребята сделали такой кавер, не кавер, но такую вот свою версию, да, они совсем поменяли, как исполняется текст, ну, такой, можно назвать это кавер в современном понимании прочтения, но для меня это, конечно, отдельная песня. Эти стихи я узнал от группы «Я-я», хотя это достаточно старая песня, ну, в оригинале. Ее я включать не буду, чтобы, да, опять-таки, на монетизацию не попасть. В общем, коротко про эту группу завершу. Они записали альбом и даже пытались попасть на конкурс «5 звезд» интервидения, который в 2006 году был весьма таким трендовым. Я, кстати, гуглил в прошлом году все победители этого конкурса. В этом конкурсе участвовала группа «Ранетки», и, наверное, это единственный коллектив, который раскрутился. И то не благодаря этому конкурсу, конечно, а благодаря сериалу «Ранетки». Но, по крайней мере, хотя бы кто-то, да, благодаря какому-то конкурсу впоследствии стал более медийным. Все победители этого конкурса, все участники не добились ровным счетом ничего. Это вот о значимости конкурсов, конечно, в карьере артиста.
Но про это, я думаю, мы запишем когда-нибудь другое видео отдельно. Мы запишем, я запишу. В общем, группа не попала на этот конкурс, и как-то это стало какой-то точкой невозврата. Я уж не знаю точно, с чем это было связано. Насколько я понял, что на тот момент эта музыка была достаточно неформатной, хотя вот я сейчас слушаю, очень красиво. Да и тогда слушал, это было невероятно красиво. И все это было записано там 2005-2006 год, уже вот прошло, получается, 15 лет. Господи, какой же я старый. Да, и до сих пор это звучит так же актуально, так же красиво и так же невероятно тонко и проникновенно. Но вот, к сожалению, на тот момент не было никакой возможности раскрутиться. Ребята начали постепенно продавать свои песни другим артистам. Ну, видимо, жить же за что-то надо, да, и как-то реализовывать свой творческий потенциал. И в конечном счете разошлись. На сегодняшний день, насколько я знаю, Юля открыто позиционирует, Юля открыто лесбиянка и живет в Америке, не скрывает этого абсолютно, какое-то время назад встречалась, хотя когда они с Сергеем были в проекте «Я-я», у них была такая легенда про то, что они не пара, вот, и я даже в это верил, вот, может быть, они и были парой на тот момент, я не знаю, вот, но впоследствии, да, ребят не то, что даже перестали вместе записывать песни, а разъехались, хотя и Сергей, по-моему, сейчас живет уже в Америке, меньше слежу о его новостях. Ну, как-то так получилось. Ну, все равно слежу и, конечно, интересуюсь. Для меня, конечно, я был невероятно большим поклонником этой музыки, и для меня это была не просто философия какая-то, да, музыкальная, а, точнее, не просто музыка, да, а какая-то музыкальная философия. Да, про многозначность, да, про вот эти я-я, которые, да, два я, которые стоят друг другу спинами, да, про и поддержку и самого себя, да, потому что только сам ты можешь себе оказать эту поддержку, если поглубже копать, да, и про партнерские взаимоотношения, где два я, две личности, которые вместе в коммуникации строят какую-то дальнейший путь свой. Я хотел сказать о том, что эта музыка подарила мне мою юность и татуировку, которую я себе набил впоследствии, их логотип, он, конечно, для меня не ассоциируется на 100% с этой группой. Для меня это вообще абсолютно мой, да. Мне тогда было 19 лет, когда это была моя первая татуировка, которую я сделал. Сейчас мне 34, ну вот получается 15 лет, да. Я себе делал ее для того, чтобы показать, какая может быть, как я хочу найти гармонию. Да, показать себе вот эту поддержку, показать себе свою вот эту многогранность, да, я такой все время вот перекатывался все время, а потом я в конце концов я понял, что не бывает никакой гармонии, мир он всегда вот, что нельзя набить татуировку и найти в этом гармонию, это, конечно, классный толчок, но гармонии не существует, Просто существует мир, да, в котором все происходит рандомно. Каждый день что-то происходит новое, что-то происходит интересное, что-то происходит необычное. И мы не можем предположить, что будет завтра. И гармонии, вот, да, вот, будут происходить плохие вещи, будут происходить и хорошие тоже, но и плохие тоже будут. И надо просто уметь на них реагировать. А вот эта гармония, это все про мифы Древней Греции, вот, и
И я благодарен, конечно, татуировке за то, что у меня появилась возможность поговорить о гармонии, да, подумать об этом, вообще начать в эту сторону думать, я тоже этому благодарен. А еще это большая любовь, и сердце, и все здесь, и я тебя люблю, и здесь огромное количество каких-то символов, которые для меня имеют огромное значение. Да, я много горевал о том, что эта группа не состоялась, о том, что миллионы людей они не узнали, но как это интересно, когда вот спустя столько лет ты находишь в интернете, да, тебя находят случайно с твоей татуировкой, и ты понимаешь, что, блин, все-таки об этой группе знало намного больше человек, чем я бы себе подозревал. И то, что не сложилась, может быть, музыкальная карьера, ну, я так считаю, что каждый человек сам решает, что для него важно, да, кто-то готов бороться, вот я, например, готов бороться, я понимаю, что сейчас у меня нет аудитории, что сейчас у меня нет миллионов просмотров, я понимаю, что записывать песни очень дорого, ну, я их сам пишу, но мне же их надо записывать еще, да, и аранжировать, да. И все это стоит средств, да, сводить потом все это надо, да. И конечно, проще все это забросить, потому что музыка — это тот бизнес, который не приносит тебе вот здесь и сейчас, там, ну, то есть, должно очень сильно повести, чтобы вот ты вложил деньги в песни, чтобы она начала тебе отбиваться, да. Вот эти все звезды рассказывают про то, как сейчас легко пробиваться в интернете, просто залил видос в ТикТок, это все пиздеж. И на эту тему я тоже сниму отдельное видео, как я каждый день заливал видео в ТикТок и чем это закончилось. Ну, еще не закончилось, все это продолжается, я расскажу об этом подробнее, но для того, чтобы генерировать этот контент, нужно, да, когда ты работаешь, да, на это нужно тратить время и усилия, и абсолютно не факт, что тебе появится эта аудитория, потому что алгоритмы работают абсолютно непонятно как. Я, ну, в общем, аналитику на этот счет расскажу подробнее потом. И сейчас моя основная цель сказать, я говорил о том, что, видимо, ребята просто подумали, что для них актуальнее другая история. Может быть, Юля решила, что она не хочет скрывать свою честную, да, жизнь, хочет жить свободно с любимой девушкой, да, и не играть постоянно какие-то влюбленные взаимоотношения с Сергеем. Я не знаю, я могу только догадываться. Может быть, Сергей решил, что отдавать, продавать песни — это очень болезненно. Я сам понимаю, что это такое. Я говорю сейчас только за свои чувства. Я не знаю, что испытывал он. Но когда ты понимаешь, что ты написал песню, вложил в нее огромное количество эмоций, а Инстаграм, у меня была такая история про я не так давно выложил релиз свой в Инстаграм, и алгоритмы решили не показывать мой пост. Ну, просто вот у меня там есть какое-то количество подписчиков на сегодняшний день, их там типа 500, даже не 1000, а просто 500. Да, и я посмотрел статистику, проснулся на утро, у меня там стоит 3 лайка на фотографии. Я подумал, а что происходит? А мою публикацию показали 10 раз. Все. То есть альбом, который я записывал, который я сводил, который я ночами не спал, который я делал, вот этот вот один пост, ну, то есть, типа, он говорит, давай гони бабло, сука, давай вкладывай в рекламу, хуля он там, деньги записывать альбом у него есть, так и на рекламу раскошелься, значит, певец, блять, сказал мне Инстаграм, ну, это же я сам себе сказал, да, голосом Инстаграма. Интересно, какой голос Инстаграма. И, в общем, это очень сильно изматывает, когда ты последние какие-то средства, там, да, ты мог бы поехать, не знаю, куда-то там, не знаю, икры купить, не знаю. Почему икры, не знаю, купить себе там. Я уже в прошлом видео про это говорил, варежки, но ты идешь там и записываешь в студию вокал, например. Да, а потом тебе Инстаграм говорит, да, мне тоже заплати, что ты в студию занес-то бабла, мне тоже заплати, чтобы твой пост увидели твои же подписчики. Хули ты хотел? Ты подписчиков у тебя есть, а мы им ничего не покажем. Вот, и алгоритмы сами решают, что делать, и когда ты музыкант, и когда ты сам себя обеспечиваешь, я уж не знаю, как у ребят было, вот за меня я говорю, да, у тебя нет возможности, ну, то есть, для тебя каждый выход песни — это
даже больше какой-то стресс, нежели радость, потому что ты понимаешь, сколько ты эту песню там вынашивал, сколько ты ее там делал, да, сколько ты вкладывался в то, чтобы это было качественно, то, чтобы это было круто записано, чтобы это было, ну вот, из того, что ты мог сегодня сделать, здесь вот квинтэссенция всего того, что ты мог дать, да. Пускай там кто-то скажет, что здесь вот то там недосведено, здесь вот чуть-чуть там не то, здесь вот это вообще не модно. Я дал то, что я мог, и это было тоже недешево, да, и... Для меня на моем уровне, там, да, может быть, на уровне там для певицы, там, не знаю, да как, хоть какую, какую угодно возьми другую медийную личность, для нее это вообще копейки. Но все когда-то с чего-то начинают, и для меня это любая копейка, это, ну, уже трата, да, которую я мог пойти проесть, грубо говоря, купить себе еды, да, я покупаю, а я вкладываю в то, что потом Инстаграм решит не продвигать. И когда ты музыкант, конечно, ты постоянно с этим сталкиваешься, в том числе и, я думаю, что ребята, наверное, просто устали. Сергей сейчас успешный веб-дизайнер, работает в компании Adobe, да, все пользуемся мы этими приложениями, все знаем. Юля живет в Америке и реализует свою жизнь. Никто из них сейчас на сегодняшний день, насколько я знаю, не занимается музыкой. И очень жаль, очень редко они выкладывают свежие композиции свои какие-то. Для меня это очень больно об этом думать. Но я думаю о том, что они сделали сами свой выбор, и я надеюсь, что они счастливы своей жизнью. Я думаю, я на 100% уверен, что они все счастливы. Это скорее мои желания, да. Каждый человек, если бы им хотелось стать популярными, я уверен, что они станут. Вот я, несмотря на то, что получил 3 лайка на альбом, который я делал 2 года, несмотря на то, что я получил 3 лайка от Инстаграма, я все равно буду продолжать заниматься музыкой, пока не будет 3 миллиарда лайков на этом посте, да, на каком-нибудь посте там, где я просто фак покажу, или хуй, или не знаю, или ничего, или будет черная картинка, или будет красная картинка, или на ней ничего не будет, на ней будет 3 миллиарда лайков, просто потому что... Потому что я буду top of the top, да, и на это нужна энергия, конечно, на это нужна энергия, я считаю, что у меня она есть. Это путь, и я его буду проходить, для меня результат, я знаю, ради чего я пишу эти песни, и надеюсь, что про меня не будут так вот записывать видосы через 15 лет, рассказывая, что вот был такой... Сергей Ульянов, который, вот послушайте музыку из 20-х, или там, или из 10-х, послушайте музыку из 10-х, вот это то, что очень жаль, что не раскрутилось, как вот я сейчас рассказываю про группу Я-Я. Так мало, мне кажется, о них сказал, они заслуживают намного большего, но у тебя время не резиновое, я твое время ценю. Отдельно хочу, наверное, сказать о том, что помимо группы Я-Я, у Сергея Гуанина и Юли Осиной Фридман были свои сольные проекты. В отличие от, наверное... Так, не будет сейчас никаких сравнений, не будет. Это очень классные проекты. И они разные вместе с музыкой Я-Я никак не пересекаются. Вообще абсолютно 3 разных проекта получились таких. И все они безумно достойные. Сейчас я, например, включу кусочек какой-нибудь песни Юли Осиной Фридман, чтобы ты мог понять, насколько это разная музыка и насколько они... Ох, красивые, господи, эти песни. Даже не знаю, вот что включить, что включить. Сейчас я включу, пускай будет песня. И отличаться, как одна, и отличаться не совсем. Городом всем. Сколько лет искать и не бежать за пустым.
Прям слушаю и мурашки. Или вот эта песня. Твои глаза. Всю песню послушаем, договорились на кусочки. Ну, такая достаточно, да, грустная музыка. Сейчас вот мне, я слушаю, конечно, сердце разрывается, не буду себя мучить, но хочу сказать о том, что нереально, просто парадоксально круто и, да, настолько близко. И сильные такие тексты, и я не понимаю иногда, почему это так все происходит, почему не достучалось, да, вот куда-то вот в нужную точку, чтобы вот это везде зазвучало. Но дарю сейчас эту возможность оценить тебе и, да, и прожить это вместе со мной. И Сергея Гуанина предлагаю послушать, пускай будет вот трек «Задержи». Где он здесь есть, «Задержи»? Нет? Кто? Блин. Как же... Ну, пускай будет такой вот кусочек. Звучание, да, прям здесь, конечно, стилистика 2000-х, даже 90-х есть. И качество, конечно, у меня немножко что-то пукают почему-то эти динамики. Предлагаю послушать вот этот все-таки кусочек. Прошу.
Ну, короче, я думаю, ты видишь, я сам кайфую, и... Сам парадокс этой музыки в том, что она действительно звучит сейчас актуально. Ну, то есть сейчас тренд на вот эти пукалки из 90-х, да, псевдо такие демки, да. А, господи, у Я-Я я обязан просто включить эту песню. Она называется «Себе тебя», да. Вырубилось у меня видео. Нашел песню, пока была пауза. Понадобилось достаточно много времени. Расскажи себе меня, или хочешь я сама, смелая. Просто оргазм какой-то, но это просто не чистый кайф. Не знаю, я сейчас слушал там, не знаю, группу «Мы», например. Это же вот что-то, это же нереально, эти звуки, эти какой-то звяканье ключами, вот эти вот лифт, закрывающиеся двери, это чистый кайф. Я сейчас просто буду это сам вот делаю этот обзор, буду это слушать, я... просто кайфую. Что хотел сказать еще? Все ссылочки оставлю на паблик. Мне кажется, группа Я-Я достойна миллиарда видео, других обзоров. Я слишком мало сказал, хоть у нас время не резиновое, я ценю твое время. Предлагаю сейчас еще буквально две группы озвучить. Надеюсь, что это будет не так долго, хотя будем мы слушать тоже отрывочки. Первая группа будет «Ромео должен умереть». И сразу, чтобы перед тем, как о ней поговорить, включу свой любимый трек. Их много. Вот первый, про который подумал. Кто ты самый любимый, значит? Да. Ну, чистый кайф просто, я не знаю. Сейчас вот перед тем, как включить второй отрывок, немного расскажу про эту группу.
Так в том, в, да, это видео о группах, которых на сегодняшний день не существует, и ты слушаешь эту музыку и думаешь, как этого не существует, это же так круто, как этого, почему это не существует, это же нужно слушать сейчас, я вот слушаю, это же так круто звучит, так современно, так необычно. Про группу «Ромео должен умереть» я узнал абсолютно случайно. Я понял, про какую группу нужно будет сегодня поговорить еще. Я слушал группу «Художник», ими тоже занималась в свое время, и продюсер группы «Тату» Иван Шповалов, и потом впоследствии Лена Кипер. Я следил за их музыкой, и в какой-то момент узнал, что Иван Килар из этой группы играет в группе «Ромео должен умереть». Я не знал ничего про эту группу, но знал, что у них вышла песня «Пара», она называлась. Такая достаточно специфичная, но понравилась мне чем-то. Она такая... Вот я сейчас включу чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Я не держу, боже мой, такая пара, идеальная мы. Слышишь, я тоже вру, я тоже вру. По-моему, видно по мне, что я просто кайфую нереально. Это вообще оказался кусочек ремикса, и почему-то вот он с припева начался сразу. Но тем не менее, слышно просто какой-то нереальный кайф. Я сейчас, раз уж мы включили этот ремикс, я сейчас концовку включу его. Это начало. Саунд, ну это просто, насколько я понимаю, это ремикс Кожевин, но... это так круто! У меня прям, я прям... мурашки. Да, если я это больше про лирику, то здесь, здесь тоже очень крутая лирика, кстати говоря, очень сильная, но какой, да, здесь прям энергетический такой прям взрыв, ну, в общем, абсолютно разные энергии, и то, и другое нереально крутое, ничего не сравниваю. Роман Сологуб, солист этой группы, собрал коллектив в году так 2007. Ну, не буду я, здесь цифры на самом деле не очень важны, не буду врать, тем более, что я не знаю правильных дат, не помню уже, где мой 2007, что-то похоже на то, где-то это там было, может быть, позже, 9-й, да, может быть и так. Но не важно, это на самом деле абсолютно не важно, суть в том, что я пока вот рассказываю, параллельно загуглю, стало уже важно мне и стало интересно. Когда же вышел этот клип вот в Ютубе? 9-й год все-таки. Ну, вот, я со второго раза угадал, не 7-й, а 9-й год. Стартанули они с 13 злобных зрителей MTV. Ну, к сожалению, это уже были те времена, когда MTV уже не имел такого масштабов, такого влияния, как это было с группой Тату в 2000 году, когда клип единожды показанный, да, в 13 злобных зрителях взорвал просто всю страну. Здесь, в 2009 году, уже все пользовались интернетом, и телек уже постепенно отходил. Это говорит тот человек, который в 2014 году гордился тем, что его клип взяли на телек. Ну, неважно. Каждый радуется своим маленьким победам.
в 2009 году, к сожалению, это уже уходящий был канал коммуникации, и они записали нереальный альбом, первый альбом так и называется «Ромео должен умереть», он одноименный. Даже издавался на дисках, вот на этих вот, да, вот этих, которые, как там эта фраза, я съел диск, но не CD, да. Вот еще когда это были CD, не вот эти диски, про которые сейчас поют разные рэперы или читают. Кстати, чья это песня? Я съел диск, но не CD. Я съел диск. Помню же, недавно смотрел диск, но не CD. Ага, пошлая Молли. Все правильно. Ты не рэпер вообще-то. Пошлую Молли обожаю. Кстати, они очень в тему, правда? Вот после группы «Ромео должен умереть» пошлая Молли очень что-то есть, да? Вот какой-то по саунду, да? Ну, у них точно так же группа «Ромео должен умереть» есть лирика нереальная. Лирика, например, песня «Аэропорты», есть еще другие, это все... Сейчас я «Аэропорты» включу. Эту группу многие любят исключительно за лирику, и давайте послушаем кусочек. Уже, да? Уже слышно все, уже, по-моему, все понятно. Небо падали, я их встречал как друзей. По именам остановки все до единой запомнят. Куда уносит меня этот странный мой сон, я уже не пойму. Вот-вот развеет сомнения, стали крылья и ветер. В дальние страны мне визы выдали напрасно, туманы накрыли все аэропорты на карте. Такого места нет, и я все забуду. Жру телеграммы и не пытаюсь оправдаться, туманы как будто знали все заранее на карте. Такого места нет, и я все забуду. Ой, ну вот снова начинают подходят эти слезы. Такие у меня сложные воспоминания с этой музыкой. Очень тяжелый период в моей жизни. Я свой, когда вот, да, многие вот это обобщение терпеть не могу. В общем, когда некоторые люди загонялись под Земфиру, да, и свои какие-то грустные, тяжелые эмоции проживали под нее, я тоже, кстати, ну вот, это был 2011 год, я очень хорошо это помню. Свою абьюзивную любовь. Я переживал эти отношения под музыку группы «Ромео должен умереть». Собственно, вторая татуировка у меня на втором плече «Ромео должен умереть». Я тогда, правда, на тот момент... Для меня философия этой группы была в том, что... Да, я уже не знаю, что закладывал солист группы Рома Сологуб. Наверное, в каком-то смысле он говорил, может быть, и о себе в том числе. Да, его же все-таки зовут Ромео, он Рома. Я уж не знаю. Я всегда воспринимал название этой группы как какую-то такую, то, что, да, Шекспиром уже написано, да, то, что Ромео умрет. Да, и Джульетта тоже. И в этом есть какая-то фатальность, да, и то, что все вот это, вся романтика, она все равно когда-то все это уходит, мы лишаемся вот этого всего, да. И когда ты находишься в тяжелом восстановительном периоде после отношений тяжелых, да, ну, для меня это всегда, тогда на тот момент было тяжелые отношения, тяжело отхожу, это сейчас я как-то понимаю, что, ну, были тяжелые отношения, все, закончились, все, радуемся жизни, нет, на тот момент у меня было тяжелые отношения, закончились, нет, продолжаем загоняться, да, и я думал, что любви настоящей никогда больше не будет, что я больше никогда не полюблю, что все, кого я люблю, будут мне причинять только боль.
Ну, вот это вот все, да, про созависимость. Короче, созависимые отношения в прямом ключе, и вот самое-самое, что у меня есть, вот то, да. И я себе набил татуировку «Ромео должен умереть», потому что я тогда слушал эти песни и понимал, что любовь причиняет только зло. И вот вся та романтика, которая во мне была, все то добро, которое я хотел причинять в любви, вот это все умерло, и больше никогда я никому не буду дарить вот эти чувства, их никто не заслуживает. Всегда люди, которые обращаются ко мне, в общем, хотят чего-то от меня, им всегда нужно только что-то какое-то потребительское. А я никогда не получу того, чего отдаю, и поэтому с этой татуировкой я себе ее набивал, чтобы всегда вспоминать о том, что больше никогда в своей жизни я никому не отдам себя больше, чем человек его заслуживает. Конечно, все это 10 раз поменялось, а потом понял, что не нужно никому ничего там, не нужно никаких жертв, не должен никто умирать, все будет хорошо, и появился в моей жизни очень классный опыт, который закончился тоже, но это были невероятно классные отношения, и они прошли, и я сейчас готов к чему-то новому. Но не значит, что если ты расстаешься с человеком, что это должна быть какая-то травма, тяжелая какая-то драма и еще что-то такое. В общем, но эта татуировка, она помогла мне в какой-то момент сгруппироваться и не больше не причинять себе боль и зло. Да, я все время, как это правильно сказать, я очень себя сильно винил за то, что я испытывал чувства. Круто, да, прикиньте? Прикидываешь, я считал себя слабым за то, что позволял себе любить. Ведь это такая большая сила, ведь это такая большая ответственность, такой большой уровень доверия, да? А я видел в этом свою слабость. На самом деле, когда человек пользуется твоими ресурсами, моя была задача просто отключить этого человека, отрезать. Во-первых, попытаться сначала сказать «нет». Ты не будешь мной манипулировать. Нет, ты не будешь брать, если я тебе даю доброту, ты не будешь мне плевать там, в лицо, в спину, там, да, не будешь причинять мне боль, изменять, там, рассказывать, там, не знаю, своим друзьям о том, что у меня маленький член, там, например. Да? Вот так вот мне про меня рассказывали, что, оказывается, со мной расстались из-за того, что маленький член, например. Вот. Уж не знаю, там, да, насколько что. В общем, моя жизнь как-то складывается счастливо, даже если для кого-то мой член оказался маленьким. Вот. Ну, удаленьким. Вот. Я просто говорю к тому, что да, я больше никогда не позволю себе подобное. То есть, если раньше я это слушал и понимал, что. Ну да, да, я какой-то юродивый, и мне делают одолжение, что со мной встречаются, мне делают одолжение, что вообще проявляют ко мне хоть какое-то внимание. И да, конечно же, то, что у меня там маленький член, это факт, это надо принять. И, ну, больше, ну, никто уже в жизни меня не полюбит, и я обречен просто. Говорю это все и понимаю, ну какой ебаный, блядь, бред. Но это вот сейчас смешно. Это сейчас я говорю об этом спокойно. И сейчас я понимаю, что если твой любимый человек про тебя рассказывает такие вещи своим друзьям, и они еще при этом тебе это рассказывают, это пиздец какой-то. Ты не в отношениях, ты в каком-то ебаном аду. Вот, и совершенно не обязательно для этого набивать татуировку «Ромео должен умереть», и не обязательно больше никому никогда не дарить свои теплые чувства. Можно просто выключить человека из своей жизни и дарить, во-первых, ограничивать, когда ты чувствуешь, что кто-то начинает тобой манипулировать, говорить тебе об этом, у тебя не получится мной манипулировать. Мы с тобой не будем, я не буду любить человека, который пытается мной манипулировать. Я буду строить отношения с человеком, который любит меня, который дарит мне тепло и любовь, точно такую же, как я дарю этому человеку.
не будет распускать слухи за моей спиной, не будет жаловаться на мой член. В общем, вот это все. Уж не знаю, как мы от группы «Ромео должен умереть» перешли к обсуждению моего члена, но мы можем продолжить этот разговор. На самом деле, такая вот сложная тема про эту группу, потому что я переживал очень болезненные чувства. Но интересный факт, что, послушав эту группу, потом много лет, когда я избавился уже от этого стресса и перестал слушать, собственно, эту группу, я в какой-то момент понял, что когда я начал, в общем, в прошлом году я включил, нашел у себя в архивах группу «Ромео должен умереть», с большим страхом начал ее включать, я боялся, что сейчас меня догонят воспоминания прошлого, и мне станет очень больно. Я начал слушать эти песни и понял, что они совсем не про то, что я в них закладывал. Мне просто было плохо. И я пытался в этих песнях услышать грусть. На самом деле, я вот сейчас включаю, вот не знаю, давайте послушаем вот эту песню. Ну, пускай будет, да, вот эта песня. Но видишь, мне мало просто рядом идти и дышать одним туманом, как прежде. Здесь мне уже никого не стеречь или оставить. Я помню рассвет, я помню сказал, я помню слова жгучие, робкие. Я помню ответ, я помню глаза, руки твои. Ой, какой красивый проигрыш, давайте дослушаем. Прям улетаешь, да? Я слышал в этих текстах какую-то такую невероятную грусть, и сейчас вот слушаю, но это же про теплые воспоминания, доброй любви. А тогда я думал, блин, все потеряно, возвращаясь в начало, не привыкать, рушить надежды, вот это все. И как зависит, конечно, то состояние, в котором ты слушаешь, и как зависит твоя все-таки, как вот эта железность твоей нервной системы, когда ты можешь позволить себе не срываться на сразу вот эту мгновенную депрессию, услышал что-то грустное слово, сразу уходить в минуса. В общем, музыка нереальная. К сожалению, эта группа, выпустив второй альбом и сделав несколько синглов, таких как, например, «Аэропорт», да, и «Ночной город», с этой песни мы начинали. В общем, не получила должного внимания, и хотя второй альбом просто невероятный, шикарный, кстати говоря, даже трек, один из треков вошел в саундтрек к фильму, какому-то бюджетному кассовому, вот не буду сейчас врать, не помню, к сожалению, как он называется, но даже это не помогло, и в конечном счете группу пришлось закрыть. Роман Сологуб еще какое-то время поработал сольно, даже сейчас еще иногда продолжает выпускать треки, но очень редко. Сейчас, например, вот одна из последних песен, которую я знаю, это «Птица Сирин». Давайте послушаем ее. Птица сирен села на мое окно, несказанно повезло, захлебнуться и забыть все, что было раньше, давно
ноября просидели у воды, пьяные до немоты, не способные решить, что же будет дальше. Сон точь в точь мой сбылся и уплыл. Так долго длился и просил сил остановиться, нету сил. Я сам себя за все простил, сам себя за все простил. Вовье летел. Вообще, на самом деле, тоже, опять-таки, очень позитивный текст. Но как же хочется разрыдаться просто везде. Очень сильная песня. Это сольный проект Роман Сологуб. Тоже ссылочку все я оставлю. Где все слушать, песен очень мало. Но зато какие они, господи. Очень желаю счастья Роме, желаю, чтобы он сейчас достаточно редко слежу тоже за его обновлениями, больше интересуюсь музыкой, мне вот эти все истории про жизнь, вот это все не так интересно. Хочется пожелать, чтобы его музыка, может быть, хотя бы благодаря этому видео, я не знаю, кто досмотрел до этого момента вообще это видео или нет, но чтобы эта музыка жила и продолжалось. Я еще включу в конце, случайно вот увидел песню «Ромео должен умереть сентябрь». Чуть-чуть. Моя одна из самых любимых песен. Ну просто, ну атмосфера уже... Ох, не буду рыдать, не буду. Прощай, сентябрь, мой самый пьяный, я ухожу в ночные окна, я растерялся в твоих пленах красных. Прощай, сентябрь, я буду помнить твои глаза и этот вечер и бесконечность слов и смыслов разных. Но давай руки на плечи, руки на плечи. Прощальный вечер, прощальный вечер. Ну, господи, ну, это просто, ну, вот... Ну, что тут говорить, в общем, все по мне и так видно. Опять-таки, тоже текст просто... обезоруживает просто... Настолько... сильно это все, настолько это все необычно, настолько это все глубоко, и это, я даже не боюсь вот, да, размещать эти песни у себя здесь, в видео, потому что не будет монетизации эту музыку, за нее никто не получает авторские права. Ну как это может быть? Ну это же так несправедливо! Слушайте эту музыку, включайте ее, узнавайте о ней, получайте удовольствие. Самое, что хотел сказать, вот сейчас пока слушал, я безумно рад, что я записываю это видео, хоть оно и такое длинное, и моя задача была найти единомышленников, да, у меня сейчас, я рассказывал про то, что сейчас после истории с пожаром, с задымлением, который чуть не случился, пожар у меня дома, я потерял... часть близких для меня людей, которые просто как-то очень в общем, это слово выпало у меня из головы как-то, в общем,
просто забили на мою вот эту тяжелую ситуацию. И я сейчас, правда, надеюсь, благодаря этому каналу, вот как нашелся парень, который знает группу Я-Я, и теперь мы будем на коннекте. Надеюсь, найдутся и другие люди, с которыми мы теперь будем на коннекте, с которыми мы будем общаться, дружить и везде там, да. В общем, я буду благодарен. И поэтому не стесняюсь записывать эти длиннющие видосы, не стесняюсь показывать свои эмоции, не стесняюсь показывать свои любимые группы. Ну и давай про группу «Художник», наверное, поговорю второй раз, запишу второе видео о других группах, которые нужно будет узнать. Сегодня я уже осветил, по сути, 5 проектов, да, «Я-Я», Юлию Осину, Фридман, Сергея Гуанина, группа «Ромео должен умереть» и Романа Сологуба. Видео получилось на час. У меня есть еще группы, про которые я хочу поговорить, которые также сюда не попали, но я сейчас их записываю просто. Пускай это эти группы останутся на второй выпуск, они заслуживают твоего внимания не меньше, они такие же разноплановые, как и эти два проекта, как и этих 5 проектов. Это просто невероятный кайф. И надеюсь, ты получил или получила такие же сильные эмоции, как и я сейчас, пока смотрел это, слушал. Я буду еще много рассказывать и о своих ситуациях в жизни, связанных с музыкой, и буду рад, если тебе это актуально, откликается. Сейчас YouTube — это единственное место, где я могу честно говорить о том, что меня волнует, пока настолько близких людей у меня так получилось, что сейчас нет. У меня есть моя сестра любимая. Вот, у меня есть несколько людей, с которыми мы в теплых дружеских взаимоотношениях, есть теплых приятельских взаимоотношениях. Друзья сейчас формируются, новая вот эта формация моего близкого окружения, сейчас эта ниша только формируется, и благодаря этому всему я понимаю, что у меня есть только один выход — быть собой, говорить то, что я думаю, говорить о том, что меня беспокоит, включать ту музыку, которую я люблю, и делиться ей. Иначе я не смогу по-другому найти себе тех людей, с которыми я буду чувствовать себя настоящим, искренним, и быть собой 34-летним Сергеем Ульяновым. Очень рад, если ты сегодня что-то для себя откроешь, если твоя музыка пополнится крутыми плейлистами. Я соберу... Да, я оставлю, наверное, ссылку на плейлист. Да, сделаю так. Ссылка на плейлист с музыкантами, из которых я сегодня озвучивал, будет у меня на моей странице. Все соцсети там у меня внизу тоже в подписи есть, и ссылочка на эту музыку будет, так как ее нет официально в стримингах, ее можно послушать только ВКонтакте. ВКонтакте она плохо ищется поисковиком, поэтому я оставлю ссылку на плейлист. Этот плейлист можно себе добавлять, слушать и получать невероятное удовольствие. Музыкальное открытие для тебя. Кайфуй, получай энергию, да, любви, счастья. Плачь от счастья. И пускай эта музыка дарит тебе любовь, вдохновение. Любовь и вдохновение. Этого немало. До новых встреч.